Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Холодная Уфа, холодная, принимает третий по очереди матч 27-го тура Мелбет первой лиги, где сегодня на стадионе «Нефтяник» местная команда Уфа сыграет против сенсации нынешнего сезона в рамках национального кубка против тольяттинского «Акрона». Длинный пас по бровке, очень неплохо. Ширину по-прежнему активно используют в атаке. Акрон, можно пробить. И еще одна попытка будет у Килина или у Чудина. Вот это момент, удар, и Хаспулат Хамхоев тащит свою команду после верняка, казалось бы. Своего такого человека, кто мог бы момент реализовать, а моментов у Уфы, как это часто бывает, хватало. Так вот, такого человека не отыскалось. Достается Волкову на втором этаже, подача справа. Не успевал. Темников уже пока Уфа в атаке. Хорошая передача в разрез от Темникова. Удар низом от Романа Минаева. Сергей Волков на страже ближнего угла. Иначе и быть не могло. Старожилом которого Волков является, безусловно. Заброс классный. Момент. Голубев. Ведь неудобно. Придется отдавать назад. Справа следует подача. Косинтура. Неплохой прием мяча, но не позволяющий тут же по воротам садануть. Трое обступили Косинтуру. Передачу тут отыскал. Удар. Застревает мяч в ногах у Сагуткина. Погосов. Навес. Момент. Нет удара. Есть падение. Еще удар. Как навалилось Уфа. Прием мяча не рукой ли? Ей ли? Ей. Никита Салтыков. Подача. Удар вот такой. И чуть-чуть не попал. Кстати говоря, все тот же Максим Полиенко. Заброс, скидка неудачная от своего же защитника. Дальше передача обостряющая. Удар по воротам, но еще до этого свисток прозвучал. Причем свисток, как выясняется, в пользу Акрона. Нарушение правил. Полиенко. Так по первым движениям было ощущение, что на удар тот нацелен. Да, действительно! И до мяча. Хоть и пытался добраться Хамхоев, но в итоге не сумел. Так и налево разворачивается Никита Салтыков. Против двоих режет угол Салтыков. Ждет шанса для удара. Предоставляется он в итоге. Ну так, для острастки скорее прыгнул. Сразу же не удается. Хороший длинный пас. Пытается Никитин перекинуть мяч через Савичева. Еще и активно сигнализирует Никитин, что рукой сыграл Савичев. И похоже, что так оно и есть. Красная карточка! Красная карточка! Константину Савичеву. Погосов. Удар выше ворот. Интересно, предполагал ли Николай Сафронидис, что сегодня при равном счете придется устраивать осаду чужих ворот. Падение. Штрафной удар. Или желтый получает... Да, да! Погосов, Сандрачук, навес неплохо, пролетает Ортис, удар по воротам выше. Такой, знаете, едва ли не самый жирный в втором тайме. Это может быть опасно. Направо Сасин. Эльдарушев, удар с левой. Хорошо, мы знаем. И пробил очень хитро. Не берем кубок, там другая все-таки история немного. Но ничья эта улыбку на лице не вызовет абсолютно точно ни у кого. 0-0. Без голов, с примерно равным количеством опасных ситуаций. Так завершается третий по очереди матч 27-го тура Мелбет первой лиги Уфа-Акрон.